Предлагаю рискнуть и поставить на Арасаку. Это, блядь, что было? Твою мать, да что ж ты такой упрямый? У тебя научился. Ты уверен? Назад откатиться уже не получится. Да, только не психуй. Честно говоря, мне абсолютно похер. Чувствую, ты еще пожалеешь об этом решении. Только когда это случится, я уже не смогу помочь. Понимаешь, может быть, это мой последний налет. Я хочу видеть, что происходит, все чувствовать. До встречи в Микоши. Джонни? Ну все, я один. Наконец-то. Я согласен на сделку. Ты не спешил. Йоринобу успел сделать ход первым. Какой ход? Мой брат попросил, чтобы я погостила у него в Норд-Оуке. Не можете уехать? Да, о моей безопасности заботятся его люди. Внезапно. И что дальше? Мы не можем ждать. Мне нужна твоя помощь, чтобы выбраться отсюда как можно скорее. Где ты? У Виктора, в клинике. Она сразу за магазином эзотерика Мисти. Я пошлю за тобой кого-нибудь. Тебя подвезут к резиденции. А потом мы поедем к моему брату в Арасака Тауэр. Ви, это ты? Или... Да, это я. И что теперь? Пока что жду машину. Заходи, подождем вместе. А кто это у нас тут? Ты все равно ждешь. Может, тебе погадать? Окей, давай. Некоторые считают, что неопределенность — это зло, и гадают, чтобы от нее избавиться. Другим кажется, что все зло от перемен. Это тоже неправда. Мы меняемся каждый день, каждую минуту своей жизни. Бояться нужно не перемен, а того, в кого мы можем превратиться. Главное — знать, что идешь верным путем. Я придумала этот расклад специально для тебя и Джонни. Твое будущее — это его будущее. И наоборот. Окей, я готов. Начнем с тебя, Ви. Шут! Ха, кто бы сомневался. Теперь давай разберемся в его значениях. Шут символизирует начало путешествия и появление в жизни чего-то нового. Это внутренний ребенок. Любопытный, но наивный и легкомысленный. Напоминает Ви, с которым я познакомилась. Маг. Это талантливый и харизматичный человек. Лидер. Прямо как Джонни. Карта перевернута. Это может означать зависимость и психические расстройства. Да, это 100% Джонни. Он сам одно большое расстройство. Последние карты — это ваше будущее. Дьявол.
У тебя случайно нет другой колоды? Повеселее. Это не смешно, Ви. Перевернутый дьявол значит подчинение. Потерю контроля. Это борьба. Агрессия, зло. Что бы тебя ни ожидало, считай это предостережением. Ладно. А Джонни? Луна. Ну, звучит вроде бы неплохо. Не знаю, Ви. Луна — это тайна. Это, кажется, за тобой? Стой, это что? Лимузин Арасаки? Все верно. Почему, Ви? Они же убили Джеки, а ты... Ты теперь с ними работаешь? Думаешь, я не помню? Мне тоже это не нравится. Но другие варианты были еще хуже. У тех, кто предает друзей, нет оправдания. Ты не можешь меня осуждать. Ты изменился. К худшему. Вот, значит, куда попал секретный прототип Арасаки. Очаровательно. А где ваш Риппер? Гадает на крысином помете у помойки? Все верно. Только что нагадал, что я тебе челюсть сломаю, гнида. В прошлый раз это помогло. Помнишь? Конечно. А еще я помню, о чем мы потом говорили. О конструкте личности, которая может влиять на твои решения. Той же самой личности, которая полвека назад взорвала две ядерные бомбы в Арасака Тауэр. А теперь ты с этим конструктом предлагаешь уладить конфликт в Арасаке. Интересное стечение обстоятельств, не находишь? Не нахожу. Джонни подавлен бета-блокаторами, а я, Арасаки, не враг. Сам понимаешь, на кону моя жизнь. Я буду следить за тобой. Ну, пойдем. Мы почти приехали. Почему она не звонит? Кто? Ханака? Даже не знаю, что ты здесь делаешь с таким интеллектом. И что я здесь делаю? В роли таксиста. Осторожнее, слышь. Не дрова везешь. Эй, эй, я тебе не водитель. Я на это не подписывался. Никто из нас не подписывался. Так что заткнись и веди. Сейчас начнется веселье. Хотя это лимузин Арасаки, но охрана все равно нас проверит. Старайся держаться естественно. Точнее, просто сиди спокойно, ничего не делай, и все пройдет гладко. В порядке? Доступ в резиденцию закрыт до особого распоряжения. Приказ Йоринобу Арасаки. Мы по приглашению Ханака. Не осложняй жизнь нам и себе, пожалуйста. У меня приказ Йоринобу Арасаки. Ты издеваешься? Ты же меня знаешь. Да. Его не знаю. Назовите себя. Предлагаю опустить формальности. Нас ждет Ханака Арасака. Оставайтесь на месте. Только этого нам не хватало. Через минуту придет Сука! Подкрепление. Твою же мать! Прекрасно, Андерс. Как ты там сказал? Держитесь естественно? Да иди ты! Чтоб вас всех! Что дальше? Нас к ней близко не подпустят.
Придется прорываться прямо через них. Прекрасно! Развлекайся! Пока будешь искать Ханака, я найду Ави. Я в спальне, в центральной части резиденции. Андерс, нам нужно Ави. Но сперва мы нейтрализуем четверых охранников. Ви, тебе понятно задание? Ага, нейтрализуем. Я забью их канал связи, чтобы не подняли тревогу. Осторожно. Осторожно. Еще пятеро. От службы безопасности это... Прикончу!
скорее, я жду. Приближаюсь к резиденции. Хорошо, садись у бассейна. Эти люди просто не оставили мне выбора. Другого пути не было. Из-за этого я и старалась всегда держаться в стороне, чтобы не принимать таких тяжелых решений. Время местных новостей. Но теперь... Пролитие в пустошах до сих пор продолжается. Перестрелки произошли на трассах. Судя по всему, началась война. Свидетели считают причиной... От вас слышать про войну страшновато, но, по-моему, вы преувеличиваете. Ты действительно так думаешь? Я просто считаю. Вы, я и Хельман — три человека. Ну, два с половиной. Короче, против всей Арасаки и ее армии этого будет недостаточно. Мой брат — это не вся Арасака. По крайней мере, пока. Он об этом знает. И потому окружает себя преступниками. Вроде Адама Смешера. Думаете, это меня утешит? Мы одни. И это факт. Мой отец тоже был один. И он построил империю. Садись. Слишком ли рано пить шампанское? Но если это тебя успокаивает, может, у кого-нибудь еще дрожат руки? Да, у меня с руками все в порядке. А со всем остальным, мне кажется, нет. И со всем остальным тоже неплохо. Это неправда. Он отключился в машине. Просто устал. Ничего удивительного. Твоя центральная нервная система отмирает. Лично меня удивляет, что ты еще ходить можешь. Нам надо спешить. Как только я рассчитаюсь с Юринобу, мы займемся тобой. У тебя уже все готово? Вполне.
мать. Он выдержит? Должен. Все нормально. Сюда. Тогда это последняя возможность. Для чего? Чтобы рассказать мне план. А если плана нет? Не делайте из меня дурака. Угу. В день парада у вас с Такэмурой, кажется, он был план. Тем не менее, от него очень быстро ничего не осталось. И все-таки мы добрались сюда. Знаешь почему? Потому что иногда нужно смотреть правде в глаза. В тот день я так и поступила, благодаря тебе. Ты выглядишь как честный человек. Это ваш аргумент для правления Арасаки? Мне просто встать перед ними? С оружием наготове. То есть, если мои чары не подействуют, перейдем к другим методам. Понимаю, к чему вы клоните. Нет, пока не понимаешь, как и все они. Куда мы идем? Это один из самых ревностно охраняемых секретов Арасаки. Подождите, это же... Кабинет отца. Такой же, как в токийской штаб-квартире. И как во всех прочих офисах Арасаки на планете. Во всех деталях и мелочах. Чтобы он мог ориентироваться даже вслепую. Такой уж он человек. Придирчивый, требовательный. Был. Прошу прощения. Вы хотели сказать «был». Символы никогда так просто не исчезают. Вопрос в том, насколько лидеры фракции будут верны ценностям Арасаки. И хватит ли у них смелости признать свою ошибку. Я бы не стал особо на это надеяться. Мои показания ни хрена не стоят. Да и у вас тоже с вескими доводами проблемы. Рано еще говорить. Идем. Едем вниз. Я же говорила. Точка доступа к Микоши находится под Арасака Тауэр. Прежде чем мы придем на заседание, нам нужно сделать кое-что еще. Да? У меня есть смутное ощущение, что вы чего-то не договариваете. Потому что я чего-то не договариваю. Проявляю осторожность. А я думал, мы доверяем друг другу. Мы доверяем друг другу. Именно поэтому ты здесь. Хотя в тот раз, когда вы меня похитили, я посоветовалась с ним. С кем? С отцом. Он копировал не только обстановку кабинета. Что? Отосама. Коношто ё. Омай ва вагаша кара нусуми о хатарайта. Вот это ни хера себе. Сарани ва мусуме но юкай ни катанши. Арасака не заявил.
Рамио Арьюдана. Вы могли бы меня и предупредить. Нет, я не могла. Почему? Ви, ты проявляешь неуважение. Зачем я здесь? Серьезно? Благодарности недостаточно. Это все. Мы можем идти. Погодите. Я хочу поговорить с Джеки Уилсон. С кем? Росака забрала его тело. Гора говорил, что вы допрашиваете мертвых. Да, теперь я понимаю, как. Боюсь, это будет не одно и то же. Сейчас посмотрим. Джеки Уэллс. Бро! Наконец-то! Мама говорила, кто ждет, дожидается. Иногда даже чего-то хорошего. Джеки, это правда ты? Неплохо быть наследником самого Императора. Ты что-нибудь помнишь о том, что случилось? Мы вышли в высшую лигу, эсэ. Нас нанял Декс, Черный Христос по смерти. 150 килограммов фиксера. Неплохо, а? Мисти очень по тебе скучает. О, Мисти. Слушай, Ману, тут вот какое дело. Можно мне взять твою тачку? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Ты держись там, амиго. Увидимся в посмертии. Ты увидел то, чего ждал? Пожалуйста, идите нахуй. Нам нужно вернуться к делу. А, Джонни... Не надо. Не сейчас. Мы почти у цели. Ты выдержишь? А у меня что, есть другие варианты? Прошу, успокойся. Успокоюсь. Когда все это кончится? Впереди самое трудное. Это ваши люди? Можно. То есть? Да в вашем случае это одно и то же. Поэтому я и здесь. Что бы их ни держало... Главное, чтобы они стреляли в нужную сторону. Да, но только в крайнем случае. Когда совет директоров решит, что мы несем полную чушь? Если, а не когда. И что тогда? Их тоже надо будет нейтрализовать. Держи оружие наготове. И ничего не говори, пока я не попрошу. Что бы ни случилось,
Слушай меня. Я опоздала. Прошу прощения. Ханако? Что вы здесь делаете? А где же мой брат? Он сказал, чтобы начинали без него. Ну, тогда без него и начнем. Начнем что? Обсуждать отстранение Йоринобу с поста главы корпорации Арасака. Простите, я не ослышался? Что? Что вы делаете? Вы не можете... Ханако, может, объясните нам, что происходит? Ви, ты сядешь здесь. Я не позволю вытирать об себя ноги. Вы позволите? Вас все ждут. Это просто неслыханно. Большое спасибо. Йоринобу убил моего отца и воспользовался его смертью, чтобы развязать свою войну. И вы знали об этом. Все вы. Потрясающе. Бред! Думай, что говоришь. Вот именно. Это все слова. Может, есть и доказательства? Есть. Я привела очевидца. Так и было. Все правда. Я видел это своими глазами. Видел что? Йоринобу при мне задушил отца, Сабура Арасаку. Все интереснее и интереснее. Это серьезные обвинения, но голословные. Если наших слов недостаточно, возможно, вас убедит мой отец. О! Арасака-сама? И это? Это должно нас убедить? Дешевый фокус. Багет. お前が見れてくとも宣伝戦争を有料していた時、私はこう言ったはずだ。お前には三つのものが欠けている。自信、知性、そして根性だ。アラサカ様、見たところ、あれから何も変わっていないようだな。 Это... это он. Аджи-сама, что нам теперь делать? Ханако-но-си-ни-штавай. Возражение? Да что тут происходит? Похоже, кто-то возражает. Кто включил блокировку? Значит, вот как ты решила проблему, Ханако. Заперла нас здесь, чтобы мы перегрызлись, как крысы в клетке? Что это? Сколько еще уличных попрошаек ты сюда привела? Я не думала, что он зайдет настолько далеко. Я соберу людей и возьму под контроль Арасака Тауэр. Найди моего брата. Этот лифт едет до верхнего атриума. Оттуда можно попасть на этаж Йоринобу. Он нужен мне живым. Живым? После всего этого?
Он мой брат. Если ты тронешь его хоть пальцем, наш договор потеряет силу. Эй, хажиме насай. Татэмоно зентай йо. Соредей. Сдавайся! Тебе некуда бежать. Он на меня напал! В конце коридора будет атриум и лифт. Будь осторожен, мне сказали, что на этом этаже идет бой. Выходить с поднятыми руками! Сдавайся сейчас же! Еще одна лестница будет на другой стороне.
твою ж мать! Знаете, что делать. А мои нетранеры разобрались с дверьми. Можете идти дальше.